привет! Я сегодня проснулась, улыбнулась, зашла в интернет, и даже это не испортило мне настроение в связи с последними событиями. Проясню сейчас ситуацию для людей, которых вводят в заблуждение, непонятно по каким причинам, непонятно, какие цели при этом преследуют люди, вот эти паблики, телеграм-каналы. Больше меня обижает, что люди в это верят. И ладно, просто верят, так люди после этого начинают меня оскорблять, поливать грязью, предлагать пойти на трассу. Желает не умеет, ну ладно, ребят, просто знаете, это некрасиво, это невоспитанно, я со своей стороны такого никогда не позволяла по отношению к другим людям и не считаю, что кто-то из вас имеет право на то, чтобы писать мне такие вещи. Ну знаете, как говорят, бог вам судья. Теперь немного по поводу ситуации расскажу для адекватных людей. Мы сидели с Катей, дело было вечером, делать было нечего, мы абсолютно на добром, смешном вайбе зашли в прямой эфир и начали общаться с аудиторией, с моими ребятами. И я говорю, ребят, мы вместе с Катей говорим, кто умеет танцевать, петь, я не знаю, частушки, брейк-данс, акробатика, стихи, все что угодно. Мы сами показали, мы такие, как мы жестко дэнсим, реально смешно дэнсим, и мы говорим, кто умеет так же по танцам, подключайтесь к нам. И к нам начинают подключаться ребята. Конечно, никто не вставил, как мы танцевали с одной девочкой все вместе, никто не вставил, как я повторяла акробатику за другой девочкой, никто не вставил, как третий парень пел песни, и мы хлопали, слушали, восхищались, как он это делал. Конечно. Всем нужно вот сделать из мухи слона, сказать, что мы весь эфир издевались над подписчиками. Но даже если посмотреть комментарии, которые были во время эфира, посмотреть видео, их можно найти, потому что 30 тысяч человек было на эфире, все это видели, все смеялись, у всех было хорошее настроение. И мы были за позитивное настроение. То, что так получилось с Егором, никто, конечно, не вставил, что я говорю, Кать, мне очень неловко, потому что я начала ржать. Ребят, ну я не знаю. Ну, конечно, передо мной сидит моя подруга, с которой мы давно уже общаемся. Она начинает заливаться как конь. Тут лагает прямой эфир. Ну, я бы посмотрела на вас, ребят. Но это unreal. Просто не засмеяться со смеха подруги. Либо вы не понимаете, что такое дружба, и у вас никогда такого не было, что тут сидит рядом ваш друг, и вы не можете просто начать заливаться от его смеха. Ну, ребят, тогда мне не о чем с вами говорить. Я живой, настоящий человек, у которого есть чувства, эмоции и так далее. У Егора в этот момент просто залагал прямой эфир. Это все видно на снимках экрана. И когда он отключился, я говорю, Кать, это очень неловко получилось. Я вся покраснела и говорю, Егор, извини, пожалуйста. И я 500 раз сказала о том, что я просто начала заливаться со смеха Кати. Но это, конечно, никому не интересно. Людям лишь бы засрать. Ну а всем, кто был со мной в прямом эфире, с кем мы пели, танцевали, делали акробатику, спасибо большое. Я все-таки надеюсь, что адекватных людей в мире намного больше.